Принято вырезать все это дело в плоскость. Как говорится, у нас дубль 2. Продолжение. Смотрите, что мы получили. Когда я вырезал крупные ветви, я здесь, вот эти у нас здесь сильно вертикально, там летом проводил укорачивание, чтобы она не обгоняла нижнюю боковую ветку, нижнюю скелетную ветку, иначе она ее начнет сильно давить. Тут тоже довольно-таки сильно в летний период я ее укорачивал, чтобы у нас скелетная ветка не затухала. Теперь у нас наступает далее. Потихонечку будем ее доделать до ума. Там ветку уведем в сторону, чтобы она уже не мешала, там уже молодняк нарос. Просто подходить, пока потом покажу. Здесь эту вертикальную, сильную вертикальную ветвь тоже немножко снижу, ей рост уменьшу. Тем самым начнется здесь внутри заполняться мелочевкой. А та груша вся заполнена плодушкой. Я в следующем видео покажу.